Вот такая пихточка лежит в речке. Не знаю, даже принесло ее или с берег подмыло она упала. Скорее всего, подмыло берег, она упала. Мощная, мощная. Вот тут хариус должен быть. Сейчас проверим. Как я и планировал, хариузочек клюнул. Вот прям ниже. Ау! Ну вот. Так, спокойно. Не падать. Скользкие, блин. Как мылом намыленные. Да что ж ты будешь делать-то, ёлки-палки. А ну-ка, давай. Поднимайся. Вот он. Вот. На какую он мушку взял. Что там? А, рытак. Вот, видите? Да что ты будешь делать-то? Все, больше не буду тебя поднимать. В сумку пойдешь теперь. На тирольку, вот на струе. Вот прямо вот тут он и цапнул. Неплохой хариузочек. А вот нам попался, друзья, какой-то очень интересный хариус. Обратите внимание на чешую в районе спинного плавника. Никогда не видел такого изумрудного хариуса. С такой вот интересной чешуйкой. Вот так вот, интересненько. Надеюсь, будет видно на фрагменте. Какой-то изумрудный. Взял на тирольку, на желтую муху. Место слияния проток. Вот тут на сливе неплохо половился хариус. Прям в струе.